Блин, это самое популярное видео на аккаунте. Ну, типа, ку. Ну, вообще, это вторая часть того самого видоса по причине того, что, ну, сейчас вышли паттерны, сейчас можно выбирать кинчики с наклейками. Я чуть запоздал на полгода, но все же. Поехали к ролику. Поехали. Выставляем все ваши скины, которые есть на аккаунте, с которого вы хотите перевести голду. Я, пожалуй, ускорю, потому что это будет долго. Ну, это база ебаная, но вы сами понимаете. Итак, в наше время добавили суперсистему паттернов. И да, не обращайте внимания на много скинчиков, я типа трейдер. Итак, что нам нужно для того, чтобы стать самым популярным и богатым на втором аккаунте? Нажимаем на пушечки, но вообще можно нажать на паттерн, на вот этот вот паттерн, потому что, ну, другого не существует. Вот, да. Выгоднее всего, конечно же, передавать, ну, не на маке здесь вот таком, выгоднее всего передавать на вот этом калаше. Желательно, чтобы я до этого поставил запрос, хотя ладно. Самый must-have это вот эти рарки, либо тег 9 тай-дай, потому что на теге 9 тай-дай сейчас очень мало таких вот додиков, которые перебивают твой запрос, потому что они все сбежали на МАК-10. Ой, заказываем эту шляпу, и она нам прилетает. Офигеть, как так быстро. Ставим эту шляпу за голду, которую мы хотим передать. Ну, типа, к примеру, вот в моем случае это 137. Так, 137.93, смотрите, создаем. 730-й паттерн. Для того, чтобы вам его купить, надо ввести в число для паттерна 730. Итак, листаем до вашего лота. И тут, скорее всего, будет 1-2 говноеда, которые захотят вашу голду спиздить. Но я думаю, вы понимаете то, что, ну, вы и этот говноед, блядь, ну, отличаетесь немножечко. Вот он, кстати. Лошара-клоун, блядь, ебаный, блядь, пошел нахуй. Покупайте, короче, свой скинчик. Желательно не перепутать. Вот. И становитесь супербогатыми на втором аккаунте. Покупаем этот скин. Итак, ну вот, я купил этот скин. Вот, еще один пруф, я вовремя заскал. Поставьте, пожалуйста, лайк этому ролику и подпишитесь на канал. Хочу добить до Нового года 2000 подписчиков. С вами был я, Ебаблака, ебаная, блядь, 2016. И всем до свидания.